Так, очередная игра до 100 рублей. Посмотрим. Почти 3 гигабайта весит. До этого, конечно, все попадалось намного меньше. Так, смотрим. О! Приятно, когда прям все по-русски. Левым стиком. А я уж испугался, что по игре. Язык русский. Обучение. Понятно. Видео. Тоже. Так, сразу давайте опять посмотрим, какие ачивки есть. Призы. О. Платиновый с маленькой буквы. Нормально. Короче, тут сейчас чувствую нахватаем. Новая игра. В родном гнезде. Что-то среди гор пробирается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это? Вот что мне нравится. Вот этот первый запуск, ты ничего не ожидаешь от игры. Когда ты не знаешь о ней ничего приблизительно даже. В 2D, она в 3D. Я даже скриншот никогда не видел от этой игры. О! Да ладно. Я рукой пошевелил. Что-то там деталь какая-то вывалилась. Ой-ой-ой. Ой. Да ладно. Гравитатор. Нажмите R2. Продвижение вниз. Помогает. Да ладно! Вы чё? Ау! А, я понял. Это не прыгать, что ли? Я профессионал. Сломанный двигатель. Нажмите кнопку круг, чтобы использовать сломанный двигатель. Сломанный двигатель вашей последней надежды, если вам не хватает скорости. Какую кнопку-то нажать? Усложнили все. Не понял.
ты я чего? Как я в тот раз перепрыгнул первый раз. Холод-то лава, чего. Я не смогу перепрыгнуть. Такой тоже надо еще выдавать.
Если я не думаю, что их надо активировать. Конечно, управление дурацкое. Иногда тормозит от этого. Вот. Я вот это не понимаю. Ты нельзя всегда ехать. Короче, такие-то головоломки, ломки. Еще все б ничего, ну. Thank you.
из корабля упал. Неожиданно. Потерялся робот, потерялся. Ну, как говорится, что делать? Сообщаем. Вот и все.